Криминалисты регионального управления Следственного комитета отмечают очередную годовщину создания своей службы. В октябре 1954 года по указанию Генерального прокурора СССР в стране были введены должности прокуроров-криминалистов и созданы кабинеты криминалистики. О сегодняшних буднях отдела криминалистики в репортаже Артура Мхце. В одном из районов Карачаево-Черкесии проходит практическое занятие для молодых сотрудников Следственного комитета. Им предстоит собрать как можно больше информации об условном взрыве. Ситуация приближена к тому, с чем они могут столкнуться в реальной работе. А потому от того, насколько хорошо следователи-криминалисты усвоили теорию, во многом зависит успех в раскрытии уголовного дела. Образованная еще в октябре 1954 года по указанию Генерального прокурора страны криминалистическая служба в 2007 перешла в состав Следственного комитета. В региональном управлении числится 7 оперативных сотрудников, в том числе полиграфолог. Сейчас мы будем одевать датчики дыхания, верхнее и нижнее. Верхнее грудное женское, нижнее брюшное мужское. То есть мужчины чаще дышат животом, женщины грудью. Берем цепочку левой рукой, за спиной проводим вот так. Отдаем мне. Живот не втягиваем, стоим спокойно, расслабленно. Специалист отдела криминалистики Олег Голубев объясняет нам, для чего нужны те или иные датчики, в каком формате проходят беседы с участниками процесса. Диапазон лиц, которые подлежат проверкам, он от потерпевших до обвиняемых, это и свидетели. Вот, то есть всех лиц мы проверяем информированность человека о каком-либо событии. Есть у человека информированность о данном событии, либо ее нет. Вот. Проверки занимают на полиграфе от 2-3 часов, в принципе, до бесконечности. Уголовные дела не бывают разные. Не в каждом уголовном деле требуется помощь следователя-криминалиста. То есть достаточно простые, понятные уголовные дела, которые специальных знаний и умений не требуют. Криминалист привлекается именно тогда, когда требуются специальные знания, специальные навыки, специальные возможности. И криминалист, развиваясь и обучаясь как специалист, да, он развивает и обучает именно вот эти вот специфические направления применения. По сути, применение техники, применение методик для расследования, раскрытия преступлений, закрепления имеющейся доказательной базы. Криминалисты оказывают следователям практическую помощь при раскрытии ряда тяжких и особо тяжких преступлений, многие из которых привлекли широкий общественный резонанс. Значимость таких специалистов при составлении протокола осмотра места происшествия и своевременном назначении дополнительных экспертиз для закрепления доказательств трудно переоценить. А ведь это далеко не полный перечень обязанностей криминалистов. Организация взаимодействия между следователем и оперативными сотрудниками органов внутренних дел. Применение научных рекомендаций при расследовании уголовных дел, а также планирование расследования, что позволяет изобличать преступников в совершении преступлений, соответствующим образом, значит, доказывать вину в совершении преступления и последующем направлении уголовного дела в суд. По сути, имеющий в своем арсенале передовые методики и высокотехнологичное оборудование криминалист постоянно находится рядом со следователем. Нередко помогает ему, подсказывает, иногда даже направляет ход следствия, сбора и оценки доказательств. Ведь в конечном итоге главная задача совместной работы – всестороннее изучение и расследование преступлений, когда важен труд каждого профессионала своего дела. Артур Мхце, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.